Роскошный вид. Иритил холодной долины. Иритил. О, кстати, это же меч у меня из Иритила. Вдруг я найду двуручное оружие. Вот почему я боялся затачивать меч Черного Рыцаря. Вдруг я найду двуручный меч из Иритила. У меня же одноручный есть, а вдруг есть двуручный какой-то, бля. Красиво. На Иритилычах. Салют, ребятки, много выиграли боевых пропусков и уровней для БП в розыгрыше. Штука 0, пришло время все исправить. На тесте дроп стартанул самый большой розыгрыш, который вы когда-либо видели. 8000 уровней стоимостью 250 тысяч рублей будут разыграны среди всех пользователей. Просто выполняй задания, открывай кейсы и получай билеты. Чем больше билетов, тем больше шансов. Но выиграть первое место 2000 уровней может каждый, даже имея один билет. Поэтому не слоупоч, прямо сейчас переходи по моей ссылки в описании, пополняй баланс с промокодом на экране и получай дополнительный сундук боевого пропуска с гарантированным призом и плюс 15% к пополнению баланса. Тести дроп шансов больше, чем у Габена. Сейчас здесь. Впереди лжец. Стена, наверное. Чё? Да что за подъёбы тупые? Зачем я это вообще ставлю? Тут только дауны рофлят. Ага. Бля, это чё? Я же доджил! Я понял. Как доджить? Дайте я похилю сначала и будем... Вроде он слабо его порезал нормально. Можно я подвигаюсь? Да пизда ему. Или мне. Прям такой, бля, ай-яй-яй-яй-яй! Шо? Какой-то правый глаз понтифика, у меня был левый. Левый был мусором. Усиливает атаку, пока она продолжается. Что-то я не доверяю этой теме. А ну-го потестим. Кольцо злого глаза. Поглощает здоровье каждого побежденного врага. Сейчас бы отхилиться, было бы найс. Костры по КД. Рафлан доволен. Это что еще, бля? Это стрим-снайпер? Или это духи какие-то? А ну, ты чё такое? Блять, и самонаводки ебучие. Хороший дэмэдж, мне понравился. Хороший дэмэдж. Можно я дойду? Неплохой дэмэдж. Сколько дэмэджев из 10? Просто встретил монстра, он тебя вынес. Опа, а вот так. Первый отлетел. У меня дэмэдж хороший. И второй отлетел. На-на-на, бля! Ебать, дэмэдж у меня хороший! Ха-ха! Неплохо заэнчантился. Где скрытый контент? А хули? Реалистично! 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 Сколько реализма из 10? Зато чел здоровый. Это не к добру. Я его зарашу лучше. Так. О, не чувствую. Блин, энчант ебашит. Энчант это пиздец. Я был неправ, я признаю. Сука, ебаный. Ну все, теперь тебе пизда. Или нет? На, ешь говно, блять. На фласки трати, потому что... Энчант же пропадает. Все, что надо. Пиздец дэмэдж. Да не бей меня! Да не бей! Сука! Почему я не могу бить, блять? Почему у него оружие быстрое, а у меня нет?
Минус 25 кадуш. Можно я ударю? Хоть раз. Когда я бить буду? Я не уверен, что сложнее. Та локация или это уже? Ну, и там, и тут холодно. Что там, где холодно, там сложно. Да ёбаный петух, тварь ёбаная, сука, говно ебучее! Ну как он хуярит так сильно? Почему меня подкидывает вообще вверх? На! Разъёбанная, разъёбочка! Чайше, не почувствовал. Чайше, не почувствовал. Ну блядь! Моё! То, что мне нужно. Душа усталого бойца. Это моя душа там лежала. Ух! Где костер? Дайте костер. Нужен костер внутривенно. Открыть? Не думаю. Один на один. Ну бля. Ну бля. Тут каждый враг какой-то вообще пиздец, тебя моментально разносит просто в ноль. Каждый враг ебучий тебя в ноль просто разносит. Можно я не буду? Ого. Можно я ударю когда-нибудь? Можно я тоже ударю? Я когда-нибудь... Блять, как играть? Я не понимаю, нет, все, пизда. Как? Ага, победил, проверьте. Да, че, забей. Никакого шанса. Чел, просто каждый чел какой-то полубосс. Как бить? Как бить? Как бить? Блядь! Как бить? Ну можно я ударю? Элен, как он до сюда будет кидать, непонятно. А, вон костер. Ура! 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 Впереди отсутствует клад. Я сначала к костру. Сейчас можно к боссу пойти, по идее. But my duty must be done, even alone. Так я же и рассказал, что случилось с Горацием. For the children I knew, bless their souls. We all have our reasons, don't we? Как он меня ударил, блядь? Кто бьет меня, блядь? Как? Бред, это нереалистично. Так даже дэмэдж не нанесешь, ИРЛ. Типа челик с земли коснулся меня. А, он плюется меня? Чем ты плюешься, бля? Животное. Еще один? Они бесконечные? Я понять не могу. Я спустился с лестницы? Нет, я со ступенек. Откуда я пришел? Думаете, я помню? Не, я пришел со ступенек, это точно. Хочу ли я на лестницу сразу? Ого. Не сверху, походу, падали. Они вроде не бесконечные, но я надеюсь. Впереди отсутствует тайная тропа. Мне сказали проверять эти наебки.
Вот так-то лучше. Я не вижу, где это. Ну, не тут РП. Оно падает вниз. Нету тут ничего, блин, наебано. Сволочь. Впереди враг. Ну да, как обычно. Впереди враг. Спасибо. У вас везде враги, бля. У меня разве есть эмод, чтобы солнце восславить? Что делать надо? Он просто сел. Будь у меня женщина. Бля, я суп разлил. А не, вот же суп. Сложно. Что сделать надо? Призвать кого-то? Вот туда показывает. А, на суп показывает. Типа показывает на суп и будь у меня женщина. Все, я понял. Пиздец. Впереди враг. Врагов нету. Впереди требуется мужчина. Я сделал. Я сделал. Разъебал. Можешь помочь зад. Да вы достались своими... бесполезными подсказками. Вон кто-то стоит, кстати. Какой-то рыцарь. Это вроде черный рыцарь дефолтный. Надеюсь, я смогу подкрасться и просто его... как-то его... чикнуть. Да. А что у меня за меч во мне висит? Это стрелы такие? Что у меня меч во мне? Как я сделал перекат вперед? Видите, я пытался, оно не работает. Пиздец. Да ёбаный рот! Еще какой-то петух сверху гасит меня. Чем серебряного рыцаря. Чем ты меня стреляешь? Какие-то копья во мне. Цепочка есть. А у них у всех цепочка. Это не значит, что это мимик, если цепочка есть. Короче, я буду их просто всех бить сначала. Какая мне разница, мимик это или нет? Я просто их убью в любом случае. Мне плевать, мимик, хуимик. Окей, это нормальный сундук. Колечко на память, колечко. Странно, ни одного мимика? Небесное благословление. Полностью восстанавливает ОЗ, снимает отрицательные эффекты. Еще одна фласка. Найс, лук достал. Даун. Ага. Никто не смеет мне приказывать. Короче, сам не знаю, на какую хуйню трачу $20, но... пизду. Сайберпанк будешь играть? Чё? Короче, сам не знаю, на какую хуйню трачу $20, но... пизду. Сайберпанк будешь играть? Саня, братан, будешь играть? Очень легкие 20... Вернее, даже $21. Легчайший $21 с оплаченной комиссией в моей жизни. Вэри, спасибо. Было изи, гайз. О, хороший дэмэдж. Самое главное, справедливый.
Ну, я пытался убежать. Просто какая-то костяная собака кусает. Саня, братан, там на Netflix про 30-летнего аутиста. Про 30-летнего аутиста. Минус 50 тысяч душ называется. Блять. Смотрел? У тебя фамилия Саня. Так-то лучше. Братан, будешь ли сам? Ой, бля. Могу ли тапнуться? Сейчас что, чел с алебардой. Заебали со своими подсказками то, что я могу бэкстаб сделать. Я не могу сделать бэкстаб. И слушай. Впереди требуется прыжок. Хорошая идея. А, подождите, это я... это я здесь оказался каким-то образом? Я пришел, короче, я понял. Я понял, короче, куда я пришел. До меня дошло. Так, тогда чё? Рыцаря Понтифика. Вот так-то лучше. Чоу Ауида спросил про киберпанк Рофл. Для бэкстеба нужно нажатие только быстрого удара. Ни одной другой кнопки не должно быть. У меня не получается. 35 сек. Ссылка удалена. Против черного рыцаря. Чоу Ауида спросил про киберпанк Рофл. Для бэкстеба нужно нажатие... Про киберпанк он спросил? Короче, сам не знаю, на какую хуйню трачу $20, но... Пизду. Сайберпанк будешь играть? Спросил, Саня, братан, будешь играть? Саня, братан, там на Netflix сериал новый. Это я слышал. Так, и кто здесь? Так. Понтифик Салливан. Ну, он вроде не выглядит сильным. Ну, как, он здоровый. Ну, типа, как черный рыцарь или как этот храмовник. Я могу одновременно смазать еще чем-то? Оно сбивает? Так это хуёво. Чё, хочешь драться? Давай драться. Ты быстрый! Я понял вас. Красава! Красава, чел! Я тебя понял, чел. Хорошо дерешься. Красава. Найс, играешь. Я понял. Ну ладно. Типа эти врывы быстрые. Мэби щит взять. Потому что быстренько врывается. У меня хорошее поглощение у щита. Вернее, устойчивость 59. А если я смажу... я не могу смазать? Я не могу смазать эритильский меч. Блин, тогда мне будет намного меньше дэмэджа, конечно. Окей, здрасте. Оп. Здрасте. Бля, это плохо, наверное. Нет, не оп. Короче, рабочая острота. Он щит не пробивает. Вон они. Можно я душу заберу? Так, короче.
как он замахивается долго? Непонятно. Ну как он? Я не понимаю. Я не понимаю. Я умер? Мой меч не на полную силу работает. Справедливо, чё. У него оружие на полную силу работает, а у меня нет. Понять, когда... Блять. Когда я могу хилиться, когда нет, бля. Замедленная атака, заебал. Что он делает? Блять. Я мог атаковать его в это время. О! Что? Знал, что я могу атаковать, когда он раздваивается. А как против двойного я не могу драться? Мне не хватит стамины блочить. Чё за... делаешь? Как? Я заблочил, пидорас! Я зажал блок! Не понял. Вот сейчас не понял, Ска. Я зажал блок, он меня пробился. Как? Умри, иллюзия! Я почти убил иллюзию! Опа, минус иллюзия! Питер! Изи! Проморозил дауна! Изи! Все-таки иридильский меч работал, заморозка все-таки работала. Хвала великим силам. Получилось! Тут сахлы! Ты сахлы! Получилось, а боссом. Изи. Легкая.
Ну, не прям легкая, конечно. Но это был босс чуть сильнее этого босса-демона. Чуть-чуть сильнее. Вправо? Вправо? В смысле? Да, это жестко! Саблями я бы его не вынес. Вот щит мой, ох, какой он жесткий этот щит. Я мог постоянно блочить его атаки, и у меня хватило выносливости блочить. Какой же охуенный щит. Переблочил Дауна. Душа понтифика Салливана, меч Скверна. Это его мечи, наверное, с которыми он пиздился в меня? Меч Скверна. Ого, 161 плюс 110. Чё, блядь, чё, сука? Так я же Даун проебал все свои души. Ой, бля, охуясь. 161 плюс 110? А, так это гигантский меч. А, гигантский, так это мусор. Ну как мусор, не факт. Ну просто не хочу гигантских, они медленные обычно. А двуручный, но он скалится от интеллекта. Да и к магии, кстати, тоже. Блин, к молнии, к тьме слабая. А, не, нихуя. Поглощение молния тьма лучше, наоборот. Огонь такой же. А, да, кстати, поглощение получше от магии везде. Нет, мне нравится сет. Не сет, а как бы... Оно весит столько же почти, но в целом он и красивее, и лучше вроде. Что за ебалом лицемерные хуесосы? Вашего босса на зи вынесли. Малолетняя уебанная точка хардкор. Скорее хардкорекорд точка даун и просили ДСП. Не понял. А теперь кукарекают, что ты играешь не так и вообще все не то точка пиздец ауты. Не, так любую игру, независимо от того, какую я игру стримлю, я всегда играю не так. По поводу босса, это был явно не изи босс. Но это наконец-то пошли сложные боссы, кстати. Вот сегодня был в начале стрима босс-демон здоровый такой, с кувалдой. Он был немного сложный. Этот босс был сложнее. Если бы я пытался его убивать с двумя саблями, я бы его не прошел, наверное. Просто я сразу понял со второго файта, я понял, окей, у него два оружия. Если у него два оружия, щит должен работать. И мне повезло, да, щит работал. Ну, да, я вон вижу, что есть. Осторожно влево. Че, слева? Замануха или что? Они убегают? А, типа замануха, они убегают направо, а там влево кто-то есть. Ага. А, я проебал. Я понял, мне тут конец. Я уже не выживу. А, их двое еще. Ну все. А, это не они, блядь. Твари ебаные. Уже обычные челы меня добили. Теперь я готов. Сейчас мы по-другому поговорим. Теперь я подзаточился. Ну, заэнчантился, то есть. Как ударить? А, бить нельзя. А, минус 15 душ. На ровном месте 15 душ. Бить нельзя. 15 душ. Счастливо. Мне еще донатят, типа... У них стамина бесконечная, потому что они нежить. А разве герой Dark Souls по лору не нежить? Герой Dark Souls тоже нежить. Почему у меня стамина не бесконечная? Вопрос. Почему у него бесконечная, а у меня не бесконечная? Какого хуя? Где справедливость? Домой очередной! Он тяжелый, не? Изогнутый двуручный меч. 103 слабость, 84. Но вроде тяжелый. Хотя... Но он тяжеловатый. Три удара и минус вся стамина. Ого, даже так. А если... Ну прикольно. Ну не знаю, как он затачивается? По-моему, он тяжеловатый. Он затачивается дефолтным титанитом! Чё? Я могу его сделать плюс 6. Плюс 6? Ебать. Так он будет сильный, наверное, если я сделаю его плюс 6. Сколько стало? Ебать, что за пушка? Коса какая-то просто. 171 плюс 103. Ебать. Это что вообще? Это такое? Что? 211 плюс 139. Шо? Многовато.
В две руки беру. В две. 211 плюс 170. Ебать. 381? Ого. Ну не знаю, энчант, конечно, на саблях жестко очень рубит. Сейчас посмотрим. Сравнимо ли это. Но я могу и это заэнчантить? Хоть на что-то. Хоть что-то. Это лучше, чем ничего. Это один энчант, это не два, как на каждой сабле. Ого. Ого. Они еще и станятся. Ебать. Ебать меч! Ты-то его снес, как мусор. Он еще и станет. Что с непалом? Бом! Бом! Да! 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 Ебать, дэмэдж! Это без заточки, ну, без энчанта, то есть. Так быстрых ударов его убил. Найс меч! Его титанитом можно затачивать. Это жестко. А, не умер, блять. Почти хватило. И раньше появился, и станить могу. Как тебе такое? А вот так! Ну, стамина кончается быстро. Блин, другой разговор. Я не мог подойти к нему с этими саблями. Я просто даже к нему подойти не мог, когда у меня были вот эти вот две хуйни. Я здесь не был. Я подготовлюсь лучше. Ну все, поехали. Какая-то супер бабка. Шалом! Какая супер бабка, вы видите, как она живущая? У нее хп в раза 2,5 больше, чем у дефолтной бабки. Жесть. Ветвь ведьминого древа. Интересно. Ебать, вертуха! Какой же охуенный меч! Тройная, бля! Вот это жесть! Вот это меч. Тупо коса. Вот это я понимаю меч. Какие-то дауничи донатили, типа, две сабли, лучшее оружие в игре. Почему я с двумя саблями ничего не могу сделать теми? Вот с этими. Меня тут убивали 8 раз подряд. А здесь просто ворвался, порубал на куски моментально. Настолько изи. Погодите. Я его неправильно заточил? У меня ЦЦ стоит. Что я сделал? Я же должен был его... наточить. А, я его еще не точил даже. А, все правильно, да. Станет S, когда наточу. А, так он еще даже не наточенный. Пиздец, он еще сильнее сейчас будет. Но от ловкости скалится. Бля. Это пушка. Ну, конечно, здесь шлем выглядит как... Что это такое? Посмотрите на меня! Шея... Nice текстуры, что это? Какой это год? 2005? Это что вообще? Что это? Там кто-то просил еще какие-то видосы вроде. Так, гайд на бэкстебы, мне это неинтересно. А, типа кулаком... Очень... Реалистично, я даже... Это пиздец. Или что это у него, бля? Короче... Сам факт, что так можно делать в этой игре, сам факт, что так можно делать, это пиздец. Спасибо за донаты, кто не хейтер, кто хейтил. Изи плюс сколько, ну, вам виднее, плюс сколько, минус сколько, плюс сколько. Пока.